душа. И вот я давно не был в Московской городской думе, а на человек меняло тело. Летело в прекрасное историческое здание, она стала хороша внешне. Но главное другое. Главное дело, что не старела душа, она здесь есть надежда. Ну, во-первых, что такое 25 лет. Так, хороший шальной возраст. Но я бы очень хотел просить и председателя, и всех наших народных избранников, и фонд театра. Могут быть инвесторы, могут быть строители, но главное все-таки это, как написано в 7-й статье нашей родной конституции. А там написано очень просто. Мы социальное государство, и наша задача повышать качество жизни человека, не народа, не людей, не масс, а каждого человека, а именно депутатский корпус может донести до каждого жителя Москвы, услышать его и сделать так, как было бы желательно большинству москвичей. Спасибо вам большое.